Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Екатерина, я являюсь представителем компании LG, я могу помочь вам сделать выбор. Скажите, пожалуйста, могу ли я вам задать несколько уточняющих вопросов, которые сэкономят ваше время и помогут сделать вам выбор? Да, давайте. Скажите, вы холодильник выбираете для себя или в подарок? В подарок. А какие-то определенные предпочтения при выборе имеете? Но мне нужно, чтобы он был по максимуму вместительный холодильник. По размерам вы ограничены, то есть по ширине, глубине? Нет, кухня большая, поэтому... Отлично. А каким цветом рассматриваете? Белый, серый? Серебристый. Какие-то предпочтения еще имеете при функционале? Может быть, какие-то дополнительные функции хотели бы? Хотелось бы, чтобы холодильник был с ледогенератором. Скажите, пожалуйста, заморозка вас интересует? No Frost, либо капельная? Ну, если я правильно, что No Frost – это автоматическая система? Да, конечно. То есть размораживать вам его не придется? Конечно, No Frost. Хорошо. Скажите, вы хотели бы, чтобы ваш холодильник был максимально надежным? Да. Я вас правильно поняла? Вы хотели бы большой по объему холодильник, размеры вас не интересуют, в принципе, неограниченного размера. И также вы хотели бы серого цвета, No Frost, ну и желательно с дополнительными функциями, как приготовление льда, либо же ледогенератор. Совершенно верно. Пойдемте, пожалуйста, я покажу модель, которая соответствует вашим требованиям. Пойдемте. Я хотела бы обратить ваше внимание на холодильник премиум-класса фирмы LG. Он серого цвета. Скажите, пожалуйста, такой цвет хотели бы? Да. Он имеет большой объем, 538 литров. Устраивает такой объем? Да. Также данная модель имеет систему No Frost, автоматическую разморозку, позволяет сохранять более свежими продукты, а также экономить время на разморозку, так как ее не требуется. Соответственно, позволит вам наслаждаться более свежими продуктами без образования неприятного запаха, а также позволит экономить ваше время при разморозке холодильника, так как, я уже говорила, ее не требуется. Скажите, пожалуйста, вы именно такую функцию хотели? Да. Вас эта система устраивает? Да. Также хотела бы обратить ваше внимание на диспенсер для воды и льда. Данный диспенсер позволит вам всегда наслаждаться охлажденной водой, соответственно, пользоваться льдом, образует кубики льда, а также ледную крошку. Скажите, вам нравится такая функция? Да. Такую бы функцию хотели иметь? Да. Соответственно, также вы говорили, что хотели бы максимально надежный холодильник. Данная модель имеет линейный компрессор. Соответственно, линейный компрессор более надежнее, потребляет меньше электроэнергии, а также у него очень низкий уровень шума. Вы можете обратить внимание на уровень децибелов, уровня шума. Также вы можете обратить внимание на потребление электроэнергии более низко, так как имеет класс А+. А также линейный компрессор имеет 10 лет гарантию, что позволит вам пользоваться вашим холодильником более долгий срок, позволит вам расходовать меньше средств на электроэнергию, а также позволит вам не беспокоить вас шум холодильника, так как имеет очень низкий уровень шума. Если более вас интересует больше информации, вы можете обратить внимание на наш стенд с линейным компрессором, где представлен демообразец. Скажите, пожалуйста, вас устраивает такой дизайн холодильника? Да. Он соответствует вашим требованиям? Да. Ваш функционал устраивает? Да. Отлично. Скажите, пожалуйста, вы готовы приобрести данную модель? Вы знаете, девушка, все в этой модели устраивает, но цена, мне кажется, очень высокой. Скажите, пожалуйста, по соотношению с чем вам кажется цена высокой? Я брал себе холодильник буквально 2 недели назад. За 40 тысяч я вполне уложился и купил нормальный холодильник. Я вас поняла. А скажите, пожалуйста, он у вас такого объема? Нет, конечно, он меньше. А ледогенератор имеется? Нет. Диспенсер для воды имеется? Нет. А компрессор у него обычный или же линейный? По-моему, обычный. Ну, соответственно, как бы цена из-за этого у нас возрастает. Если мы обратим внимание с вами на аналогичную модель, обратите, пожалуйста, внимание на цену. Здесь отсутствует диспенсер для воды, здесь значительно меньше объем полезной холодильной камеры, а также морозильной камеры. И также здесь установлен обычный компрессор. То есть, соответственно, цена значительно выше, но функционал значительно меньше.
Также я хотела бы обратить ваше внимание на то, что сегодня распространяется на эту модель скидка в районе 10 тысяч. Соответственно, вы уже будете экономить при покупке данного холодильника. А также в нашем магазине проходит исключительно последнюю неделю акция 0024. Соответственно, вы можете приобрести эту модель со скидкой в 10 тысяч рублей без первого взноса, без переплаты на 24 месяца. То есть значительной разницы вы не заметите, но вы будете пользоваться тем холодильником, который вы хотели бы приобрести по качеству, по функционалу. Вы со мной согласны? Да. Будем приобретать данную модель? Да, давайте купим. Скажите, пожалуйста, я ответила на ваши вопросы относительно цены? Да. Приобретать будете за наличные или в кредит? Наверное, все-таки в кредит. В кредит оформим. Хорошо. Пройдемте, пожалуйста, выпишем чек. Еще минуточку. Я хотела бы предложить вам приобрести микроволновую печь фирмы LG. Она будет по дизайну соответствовать холодильнику, а также очень хорошего функционала, новая модель. Интересует такое предложение? Я думаю, что давайте в другой раз. Хорошо. Тогда я хотела бы дать вам мою визитку. Здесь указано мое имя. Меня зовут Екатерина. Еще раз вам скажу. Номер телефона. По всем вопросам, касающимся фирмы LG, вы можете звонить в любое время, я отвечу на все ваши вопросы. И также жду вас в дальнейшем для приобретения техники. Спасибо, что приобретаете технику LG. Всего доброго, пользуйтесь с удовольствием. До свидания. До свидания.